Вы знаете, каждый из нас мечтает прожить счастливую жизнь, иметь в жизни успешную карьеру, верных друзей и любящую семью. Но далеко не у всех, и порой даже у очень многих из нас это не получается. И порой мы остаемся грустными, печальными, одинокими. Грусть, печаль, одиночество. Его звали Кирилл. Он искал себя, но, увы, не нашел. Он шел по городу, которого даже нету на карте. Его мама была простым сантехником, а отец был безработным бездельником. Вся семья жила бедно, но они выживали. По ночам были слезы, и весь день он был один. Он хотел найти счастье, но оно постоянно убегало от него. Пробовал много различных вещей, но результаты были негативны. Он хотел общения, взаимопонимания, сострадания, но все это, увы, плохо давалось. Бедный Кирилл. В их семье любимый цвет был серый, но он любил черный. Он никогда не улыбался. Его чувства внутри напоминали серый, мрачный дождь в Лондоне. Он просто был несчастным, одиноким. Даже в школе его учителя никогда ничего не спрашивали. На работе ему не давали зарплату. В магазине ему не уступали очередь. В больнице его не принимали. Он был один. Он был самым грустным мужчиной на земле. Бедный парень. Бедный Кирилл. Грусть, печаль, одиночество – чувства каждого человека. И каждый из нас бывает Кириллом.